Итак, начнем с помад Dior, потому что я ведь сделала тогда тени и полный макияж Dior, а помады не сделала. Dior у меня помад 7. Как ни странно, меньше даже, чем Tom Ford. Но я думаю, что потому что я не покупала. А Tom Ford я как раз вот 2 недавно, ну, летом купила. Итак, начнем с той, что у меня на губах. Это Оси номер 277. Я, наверное, вас поближе подвину к себе. Упс. Потому что текстуру разглядеть не так просто. Они все сатиновые. У меня всего одна матовая была. Вот эта маленькая, номер 100, нюдовая. Потому что она была в подарке. Вот. В общем, они все практически одинаковые. Это одинаковая, как бы, текстура. Вот. И вы знаете, что я всегда делаю свотчи на пальцах, потому что это гораздо самое, как бы, самое близкое к губам. Вот. Но здесь тоже сделаем. Кому как удобно. Вот. Она прохладная, прохладная розовая. Это номер 277 Оси. Я все буду писать. Следующее. Я уже на губах не буду делать, потому что здесь вот как бы очень хорошо демонстрирует или делать. Делать, ну, давайте буду делать. Давайте буду делать на губах. Куда-то у меня делась яркая, бешеная была помада. Кстати, а где она у меня? У меня была матовая одна. Одну я отправила сестре. А, я ее сестре отправила. Все, ее у меня нет. Я что-то вспомнила про... Помните, яркая-яркая была такая помада у меня матовая, она сумасшедшая яркая. Я ее отправила своей сестре. Да, у меня ее больше нет, так что нормально. Так. А это кто? Это, наверное, 241 Pink Sakura, что ли? Да, это 241. 241 номер Pink Sakura, розовая Sakura. Pink Sakura. Это, ой, это, я помню, когда вышли тени же они сделали, да, Sakura или Pink Sakura. То есть они, в принципе, должны вот как-то вместе быть. Но вот эта помада, она более такого сильного, теплого цвета оттенка, чем розовые Sakura, я бы. У нее дальше даже больше такой нюдовый цвет какой-то все-таки. Вот. Вот такой. И вот здесь это Pink Sakura. У нее, видите, какой? У нее такой очень провозглашенный нюдовый. Дальше. Это Pink Sakura. Я их все запишу вам в списке. Вытирать. Следующее. Номер 219. Rose Mountain. Это очень такой бледный, довольно-таки бледный нюдовый цвет. Он очень хорош на лето. Вообще она очень нравится мне. Swatch практически не виден, наверное, потому что она очень действительно нюдовая, видите? Очень похожа она на Charlotte Tilbury Dance Law Princess. Очень похожа. Вот, это Rose Mountain 219, тоже сатиновый. А, вот сюда Swatch. Дальше у нас идет актрис. Актрис. Это из новой серии. Номер здесь немножко другой. 028. Она тоже сатиновая.
Такая, посмелее чуть-чуть, да? Мне кажется, освещение странное, потому что у нас уже немножечко так. 4 часа, мы же часы перевели. Вообще-то, по идее, уже 5 должно быть. И уже смеркается. Я добавила свет, но свет дневной. И вот нет как бы правильного такого, мне кажется. Здесь больше красноватого. Вот она такая, довольно смелая. Кто-то пришел. Вот, видите, она какая? Она такая. Более выраженная, яркая. Красиво. Это актриса. Актрис номер 028. Дальше идет номер 365 New World. Это вот последний из диорских, который я покупала. Актриса и вот этот New World. Очень спокойная. Я думала, что она, может быть, будет моя самая близкая к номеру 263. Сейчас покажу, который у меня заканчивается. Очень приятная, спокойная. Очень такой натуральный цвет, не кричащий. Мне очень нравится. New World. Номер 365. Вот swatch. И вот swatch здесь. 365. И вот swatch на пальце. Приятная довольно-таки, кстати. Может быть, она вот у меня и как бы будет... Может быть, и будет заменой, когда я совсем буду нуждаться, если я в помаде. Я знаете, что сделаю? Я сотру половину. Я оставлю половину, вот 365 New World. Она практически не видна. И поставлю 263 на вторую половину. Где у меня тут этот? Я стерла. Угу, приятненькая она. А это мой незабываемый Хазад. Похоже. Но Хазад чуть-чуть попрохладней. Вот у нее другое даже сияние какое-то. Она какая-то вот другая все-таки. Как я люблю. Да, она посветлее. Значит, вот это New World. А это Хазад. В общем-то, они, наверное, может быть, самые близкие вот из всех. Но Хазард, вот это, видите, она посветлее чуть-чуть и попрохладнее все-таки. И вот здесь. Это New World. А это New World, это Хазард. И последняя, которая матовая. У меня матовых вообще нет. Одна вот яркая-яркая была такая. Я сестре отправила. Потому что ей она больше как-то подходит. Вот. А это совсем нюдовая, матовая, номер 100. Называется Nude Look. Похоже, в общем, подходит вот к тем теням. Nude там. Nude Dress, по-моему, называется. Для матовой помады она очень приятная. Она очень кремовая. Она такая вельветовая. Похожа очень на Лису Элдридж. По цвету она мне не подходит, по-моему. Но, может быть, под другой макияж, под что-то другое. Вот бежевый, коричневый, если я ношу. Коричневая. Вот. Но вообще это, конечно, не особо мой цвет, так скажем. Она очень пигментная.
Вот это Nude Look номер 100. Она, видите, она маленькая, она меньше, чем остальные, потому что это было в подарке. Кому одну какую-то я кому-то уже подарила такую. Вот, 999 я не ношу. Она у меня тоже где-то вот в пробнике лежит. Они мне вот, ну я вот не могу перейти на красный и все, хоть ты что. В общем, вот так, давайте, девочки, еще раз пройдем. Это номер 277 Оси. У меня запасная есть, это уже кончается. Я, кстати, очень хорошо. Так, прилично я ее, видите, как поизносила. 263 меньше, потому что я берегу. У меня их уже штук 50, наверное, было за прошлую жизнь. Давайте я вот Оси опять положу, чтобы выглядеть. Соответственно, вот это Оси 277, это 241 Pink Sakura, это Rose Mountain 219, такая побледнее, это Actress 028, это 365 New World. Что-то я пропустила. Подождите, нет. А, Rose Mountain, это вот этот. 365 New World, это вот этот поярче. 263. Что же это я сделала-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В трех соснах запуталась. Вот давайте я вам покажу. В общем, вот это... Давайте я вам покажу все снова. Значит, это Оси 277, сатиновая. Это номер 241 Pink Sakura. Это номер 219 Rose Mountain, тоже сатиновая. Это номер 028 Actress. Поярче, видите? Actress. Это номер 365 New World, который, скорее всего, будет самый близкий вот к Hazard. Вот они вот такие, розовато, такие бежевые. Это New World 365, это моя любимая Hazard 263, и это номер 100 New Look, это матовая. Ну вот и все, это у нас с вами помады диоровские, которые я вам давно обещала, и сводчи. И завтра при дневном свете, который получше будет, дневной свет, при нем все-таки вот лучше все видится и смотрится, я сделаю Том Форда сводчи помады, потому что сейчас уже дневной свет уходит, уже будет не до этого. Я хочу отмонтировать вам и поставить сегодня вот эти два видео. Ну все, до следующих встреч, пока!